Добрый день, друзья! Сегодня хочу приготовить очень простое блюдо. Это у нас картошка-пюре по-домашнему. Итак, в первую очередь мы поставим варить картофель. Итак, картошка у нас сварилась. Теперь мы сюда кидаем 50 грамм масла сливочного. Одно яйцо. И заливаем теплое молоко. Я его подогрел. О, посмотрите. У нас с котлетками. Котлетки у нас в другом видео есть. Оп, у нас картошечку своровали. Смотрите, какая. Без комочков. Вообще шикарное пюре. Что, друзья мои, приятного вам и нам аппетита!